Добрый вечер. Здравствуйте. Мы благодарны Богу за то, что сегодня вы вместе с нами. Здравствуйте, семья. Я со всей смелостью могу сказать это, потому что в каждом городе, куда бы мы с вами ни приезжали, каждый из нас, мы все наверняка чувствуем друг друга дома, друг друга, как это сказать. Вот, например, сегодня я ночевала у брата с сестрой, и я в полной ответственности могу вам сказать, что они брат и сестра to me. Итак, мы с вами семья, и мы рады приветствовать вас, братья и сестры, друзья, на этом месте, в этот час, и мы рады приветствовать нашего Господа Иисуса Христа вместе с вами. Друзья, так получилось, что уже в течение 7 лет, в декабрь месяц, Эшвилл принимает гостей. И вы знаете, число 7 очень важное у Господа, ведь Господь очень к числам относится скрупулезно. Каждое число что-то для Него значит. И число 7 – это какое число, пастора? Божье число. Итак, 7-й фестиваль, рождественский фестиваль здесь, в Эшвилле. Божий фестиваль. Но вы знаете, из моего личного опыта, я извиняюсь, кольчко, что я вас все время перебиваю, из моего личного фестивального опыта я знаю точно, если фестиваль пережил 5-й год своей жизни, значит, он будет существовать. Аминь. Значит, он нужен Господу. Слава Аминь. Богу. Аминь. Друзья, я просто сегодня хочу, пользуясь тем, что вы здесь и мы здесь, я хочу представить всех наших друзей, кто сегодня приехал. И, может быть, мы о ком-то забудем, вы просто поднимите руку и скажете, откуда вы. И поэтому мы сейчас приветствуем гостей. Я сегодня приветствую друзей, которые приехали из штата Нью-Йорк. Пожалуйста, встаньте, нью-йоркцы. Приветствуем Нью-Йорк. Мы рады, это представляет город Нью-Йорк и Баффало. Город Баффало. Калифорния, Сакраменто. Единственный, но неповторимый. Южная Каролина, Спартенбург. Я хотел бы, встали гости из Южной Каролины. Хорошо. Так, я так подозреваю, это будет самая многочисленная группа. Северная Каролина, Шарлотт, Эшвилл. Я, по-моему, была права. Джорджия. В этом году она очень так многочисленно представляет наш концерт, наш рождественский вечер. И поэтому приветствуем сегодня Атланта, Джорджия. Пожалуйста, встаньте из Атланты. Нет, я была не права. А мы еще хотим отметить наших друзей из Массачусетса, Спрингфилд. Я хочу также поприветствовать Теннесси, штат Теннесси. Пожалуйста, гости, которые с Теннесси, пожалуйста, встаньте. Мы приветствуем всех вас. Белоруссия, Минск. Сбежали. Белоруссия, я думаю, что они говорят, длинная дорога была для нас, и мы нуждаемся немножко подкрепиться. Они сейчас у нас там на кухне. Поэтому мы видим вас, приветствуем вас, Белоруссия, приветствуем. И сегодня у нас в гостях есть очень близкие, далекие и близкие нам друзья, которыми мы сегодня только познакомились. И Таня их представит, пожалуйста. Израиль, Назарет. Из Назарета, Израиль. Екатерина и Дмитрий, они приехали из Израиля к нам. Скажи, пускай, пока он базарит, пускай хаос поднимет лайт, чтобы видно было людей in the house. I guess, just tell them, Lucas, done. Просто, как говорят, для ободрения мы встанем, слова будут здесь, и будем вместе с вами петь рождественскую песню. Приветствуем вас и рады видеть вас. Мені раді стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна, на весь світ засіяла, над вертепом зоря
ясно, на весь світ засіяла. Там Христос родився, сівий Бог покрився, як людина пеленами твоїми повився. Як людина пеленами твоїми повився. Пастухи зягнятко, перед тим дитятком на коліна припадаю, царя Бога вихваляю. На коліна припадаю, царя Бога вихваляю. Это была группа прославления церкви «Источник жизни», пастор уважаемый Николай Резниченко. Анатолий Резниченко теперь стал. Ой, какая я ошибчивая. Что со мной сегодня? Просто кошмар какой-то. Это все потому, что самолет. Вот в самолете все время что-то происходит. Пели мы сейчас на украинском языке. Для меня это просто какой-то подарок был. Мне так нравится, хотя я сама из Москвы. Я хочу вам сейчас представить. А что вы все сидите? Стоите-то, я не понимаю. Встали что-то все. Я вроде не такая большая величина. Я вам хочу представить сейчас человека, который действительно является большой величиной. Так вы закрываете уши. Нет, не вы, а он. Я вам сейчас представлю человека, который удивительный, замечательный, потрясающий. Человек, которого я глубоко уважаю и очень люблю. Но я тут ни при чем. А на самом деле он является... Так, подождите, не мешайте мне, я сейчас прочту этот титул. Итак, координатор Содружества славянских церквей Восточного побережья Америки. Одно сердце. Ну, в общем, встречайте. Пастор Сергей Украинец. Приветствую, дорогие. Таня так много титулов назвала, что я аж засмущался. Татьяна said so many titles about me that I'm kind of humbled here. На самом деле мы семья Христова, мы просто братья и сестры во Христе Иисусе. We're a family of Christ and we're brothers and sisters in Jesus Christ. И мы собрались сегодня, чтобы поклониться Господу Иисусу Христу. And we've all gathered here to worship Jesus Christ. Тому, кто является действительно центром этого служения. The one who is the center of this fellowship. Этого собрания. Of this gathering. И мы пришли поклониться Ему. We came to worship Him. От всего сердца нашего. From all of our hearts. Не только музыканты и певцы, которые будут петь здесь и играть. Not just the musicians and the singers that are going to be performing today. Но все люди, которые находятся здесь. But everyone that is here today. Я верю, пришли в этот вечер.
everyone that has come here. Чтобы поклониться всем сердцем Господу. I believe we came to worship the Lord with all of our heart. И принести ему фимиам, хвалы и славы из сердца нашего. And to bring to him the sacrifice of praise. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством Христовым. I want to greet everyone with the upcoming holiday of Christmas. И 2011 годом. And the upcoming New Year 2012. И хочу поздравить вас словами ангела. And I want to greet you with the words of an angel. Который однажды обратившись к людям. That once has turned to people. Пастухам с речью. To the shepherds. И сказал им: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. He said to them, do not be afraid, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, today, который есть Христос Господь. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths lying in a manger. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава высших Богу и на земле мир. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with an angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests." Если кто-то пришел с волнением или страхом или каким-то расстройством внутри, if anyone has come today with some kind of trouble on your heart, самое время оставить все это. Today, this is the time to leave it all. Самое время оставить. This is a time to leave it. Всякий страх, всякое волнение. Leave all of your fear, all of your worrying. И направить сердце свое. And turn your heart. Чтобы Дух Святой наполнил. So the Holy Spirit will fill it. Потому что присутствие Господа на этом месте. Because the presence of God is in this place. И мы находимся на месте, где будет христианский концерт. And we're in a place that we're going to have a Christian concert. Вы знаете, что первый концерт в честь Иисуса Христа был на Вифлеемском поле. You know, the first concert in the name of Jesus was in Bethlehem. Там еще не люди, там ангелы славили. It was not people yet, but angels were praising him. Но сегодня мы люди собрали, чтобы прославить. But today all the people have gathered to worship him. Потому что он спас нас. Because he saved us. Родил для себя. He gave us birth to himself. Очистил от грехов. He cleansed us from our sins. Дал новую жизнь и новую радость. He gave us a new life, a new joy. Поэтому нам есть за что славить Господа. Therefore, we have so much to be thankful for. Когда пастухи услышали, when the shepherds heard, и ангелы отошли, and the angels came, они встали и пошли. Or when the angels departed, the shepherds got up and went. И я желаю в этом наступающем году, and my desire for this upcoming year, не остаться на том же самом уровне и на том же самом месте. Is not to remain at the same level, in the same place. Но как подобно пастухам, встать и пойти на новый уровень отношений с Богом, познания Господа и воли Его. But similarly to the shepherds, to know the Lord more, to go after Him and to do His will. Пусть Бог благословит всех. May the Lord bless everyone. Пусть Бог благословит всех. May the Lord bless everyone. Радости, мира, благодати, которые возвещали joy, ангелы. Peace and grace that is given to you. С огромным избытком каждое сердце. May it be abundant in давайте every heart. Давайте мы встанем. Let's и мы stand будем up right now. Поклоняться Господу. And we're gonna worship в молитве the Lord наших in будем our prayers. Прославлять Его. Иисус, мы благодарим Тебя Jesus, за то, что Ты однажды оставил небеса, оставил славу, которую Ты имел на небе, оставил ангелов, которые восхваляли и поклонялись Тебе, и Ты пришел на эту землю ради каждого из нас, Господь, чтобы принести радость, мир и благодать Твою в нашу жизнь. И мы сегодня собраны на это место. Люди, которые познали Твою милость, благодать, прощение и спасение Твое. Мы собрались здесь поклониться Тебе и прославить Тебя. Поэтому, Господь, мы от всего сердца говорим спасибо Тебе, что Ты пришел, мы славим Тебя. Мы просто прославляем Тебя всем нашим сердцем, Господь. И все, что мы приготовили, музыканты, певцы, и каждый человек на этом месте, мы приносим в этот вечер Тебе, как, Господь, фимиам славы и хвалы пред лицо Твое. В этот праздник, Господь, прими каждую песню, прими каждую, Господь, молитву, прими каждую декламацию, все, что будет на этом месте. Мы приносим в этот день Тебе, Господь, в этот вечер, осознавая, что Ты источник нашей жизни, поклоняясь Тебе всем нашим сердцем, мы восхваляем
и благословляем Твое имя. We praise you, Lord. Amen. Amen. Все, что сегодня будет на этом месте, everything that's gonna take place today, это не просто показ талантов или песен красивых. It's not just a show off of our talents or beautiful songs. Это дар Господу. This is a gift to the Lord. Это дар Господу нашему. This is our gift unto our Lord. Когда-то мудрецы принесли золото, ладан и смирно. When the wise men brought the gifts to the Lord, мы приносим сегодня больше. Today we have the same opportunity to bring more. Мы приносим свое сердце и свою we жизнь. We bring our hearts and our lives. Пусть Бог благословит всех музыкантов. May the Lord bless every певцов, musician, every singer. Всех слушателей, everyone кто будет молиться, всех, кто будет everyone участвовать. That prays, мы как одно целое сегодня приносим просто все это собрание каждого из нас Господу в дар. Together as one, we bring all that is going on here as a gift unto the Lord. Благословение всем. Blessings to everyone. Спасибо. Вы знаете, человек, который жил в России и живет сейчас в Америке, имеет такую интересную украинскую фамилию «Украинец». Вы знаете, так на самом деле приятно. Вот даже одну фамилию слушаешь и уже думаешь, почти на Украине. Поэтому пусть Бог благословит тебя, Сережа, твое служение. Друзья мои, буквально несколько месяцев назад мы были в Пенсильвании на пасторской встрече. И там я познакомился с одной группой, очень такая прекрасная группа. Что интересно, что в этой группе, лидер этой группы, он сам пишет слова и пишет музыку. И я просто сказал: Дима, приезжай к нам на рождественский вечер. Говорит, постараемся. И вы знаете, вот когда он сказал, что сегодня мы встречаем группу с Баффало, Нью-Йорк, Дима Гетман и его команда. Пожалуйста, давайте поприветствуем их. Слава Богу, мы поздравляем. И вообще Бог благословил, Он каждого из нас, в принципе, вывел из этого греха, и Он нас объединил нас сегодня своей кровью. И благодаря сегодня также и рождению Иисуса Христа мы здесь. И как часто, вот я вот замечаю, люди, знающие друг друга, зная их дни день рождения, забывают поздравить, не так ли? А день рождения Иисуса Христа помнят все. И празднует весь мир. И круглый год. С Рождеством Христовым подарил тот ты Спасителя Христа. С Рождеством Христовым эта ночь нам радость принесла. В эту ночь пастухи увидели звезду Его, издалека пришли волхвы с богатством для царя. Молва о нем прошла везде, ведь ждали все Спасителя. Это песня о Христе и только для тебя. С Рождеством Христовым подари только Спасителя Христа. С Рождеством Христовым эта ночь нам радость принесла. Что Он рожден, узнают все, ведь Он спасение принес. Прославим все Его хвалой, Он наш Господь Христос. Всю жизнь мы будем ликовать, с Ним мы будем вечно жить. И это должен каждый знать. Его любовь цени. С Рождеством Христовым подари тот день Спасителя Христа. С Рождеством Христовым эта Сейчас мы споем еще одну песню. Я давно ее написал, и из вас никто ее не слышал никогда. Первую песню, конечно, мы написали в первом альбоме. А эту я песню записал, но так и никогда. И вы будете первыми слушателями. И она говорит о звезде счастья. И знаете, много людей обращаются сегодня к разным звездам, гороскопам. Но есть единственная звезда, которая указывает нам на смысл жизни.
которая указывает нам на Иисуса Христа. Это Вифлеемская звезда. Слава Богу!
Спасибо, Дима, спасибо, ребята. Вы знаете, вот я сейчас слушала ребят, и я знаю, что Дима сочиняет сам эти песни, да? Он нам об этом сейчас сказал. И я сидела и думала, вообще надо быть очень смелым человеком, чтобы заявить, что я сочиняю песни. Причем хорошие песни получаются. Вот лично я боюсь, например, своих песен. Мне Бог дает иногда, но я так боюсь их всем показывать, что до сих пор вообще они где-то на полочке лежат. Вот. А сейчас я хочу вам представить также авторов и исполнителей своей песни, своих песен. Это творческий дуэт, кстати, отсюда, из Нэшвилла. Юрий Попражук и Вадим Василенко. Извините, Вадик. Кстати, я спрашиваю Николая, а почему не Вадим? Он говорит, нет, он хочет, чтобы он был Вадик. Так что пеняй на себя, сам виноват. Значит, Вадик Василенко. Они из Славянской Баптистской Церкви. Я хочу еще сказать, ребята, вот пока мы готовимся к выходу на сцену, ребята готовятся к выходу на сцену, я вот еще что хочу сказать, если вам не надоело, конечно, еще. Не бойтесь творчества своего. Творите. Господь Творец, и Он создал вас творцами по образу и подобию своему. Я склоняю свои колени перед тем... Нет, колени только перед Господом. Точнее, вот что скажу. Снимаю свою шляпу перед теми, кто сочиняет сам и творит сам произведение. Потому что это дорогого стоит. Господь дал дар. Это дар дан даром. Используйте его, не зарывайте его в землю, чтобы потом не услышать лукавый и ленивый раб. Творите, будьте творцами. Итак, на сцене вновь объявляю. Итак, так, Юрий Попражук. Кто из вас Юрий Попражук? Я. Вот, виноват сам. И Вадик Василенко тоже виноват сам. Всем большое-большое спасибо. Мы действительно рады, что мы сегодня здесь. И мы бы хотели бы оставить одну очень известную песню, но она будет впервые на русском языке. И мы бы хотели оставить это как подарок и слава для нашего Господа. Пусть это будет так же. Все сейчас, что Его воля есть для нас. Я знаю, что возле Отца стоит Спаситель мой. Беру слова и Его жизнь. Спаситель умер, чтоб я жил, и в своем сердце нахожу нужду тебе, Спаситель. И может странно это нам, пришел, оставил небеса. Нас. Хвала тебе, Спаситель. Он любит нас, и Он живой Спаситель. Он всегда со мной. Он Богом был, и Он есть Бог, и будет Богом Он моим. Он любит нас, и Он живой Спаситель. Он всегда со мной. Он Богом был, и Он есть Бог. И мы умрем, но силы все мои лишь в нем, в том, кто является царем. И он же
уже мой спаситель. И может странно это нам, пришел, оставил небеса, и умер он за грешных нас. Хвала тебе, Спаситель. Он любит нас, и он живой Спаситель. Он всегда со мной. Он Бога был, и он есть Бог, и будет Богом он моим. Он любит нас, и он живой Спаситель. Он всегда со мной. Он Бог. А сейчас я хочу представить вам удивительный коллектив из абсолютно удивительной церкви с абсолютно удивительным названием. Я была потрясена, когда мне рассказали вообще о видении пастора этой церкви. И я склоняю перед вами шляпу. Где вы? Окей. Итак, опять официально совершенно объявляю. Группа из церкви «Божья маслина» Атланта. Ребят, вы где? Но пока ребята готовятся, я хочу как раз задать вопрос пастору этой церкви Владимиру Ковалюку. Пастор, а вы где? Ну-ка идите сюда. Идите на ковер. Очень приятно познакомиться, мы с вами еще до концерта не виделись. У меня такой к вам вопрос. А как вы дожили до жизни такой? Жизнь чудесна. Жизнь благословенна, нет лучшей жизни. Я слышала, что вы специально внедрились в тот район, где полным-полно русскоговорящих неверующих людей, и даже создали там бизнеса свои, чтобы как-то вот через это как-то их доставать, да? Именно так. Расскажите об этом, пожалуйста, потому что это потрясающе. Мне очень понравилось. Я не знаю, почему. Рассказать можно много, но лучше приехать и посмотреть. Поэтому you welcome to Atlanta, Georgia. Все, которые есть в зале, я рад буду вас всех встретить. И вы все сами увидите своими личными глазами. Что говорить? То, что Бог ложит на сердце, что мы и делаем. Поэтому вся слава нашему Господу. Спасибо большое. Честь и хвала вам. Спасибо вам большое. Итак, на сцене группа церкви «Божья маслина». Прошу любить и жаловать. Святый Бог Иисус в небесах восседает одесную Отца. Никогда не оставит Бог нас. Мы не сироты, Дух Святой в нас. Никогда не оставит Бог нас. Мы не сироты,
Казалось, была обычная ночь, простая ночь. Для кого-то это были будни. Кто-то работал в эту ночь, пас на поле. Но в эту, казалось бы, обыкновенную ночь открывалась тайна благочестия для всех людей на этом поле. Вы знаете, в мир пришла любовь, не имеющая границ, не имеющая объяснения логического. В мир пришла любовь. Это сезон любви. Christmas is all about love. Это совершенная любовь, которая была подарена каждому из нас. Благодаря ей мы сегодня на этом месте. И благодаря ей нам, взрослым людям, порой каждый день отягощенными нашими земными проблемами, дана радость необъяснимая, радость непреходящая, радость в Иисусе Христе. Аллилуйя. Тысячелетия, но хочется нам снова вспоминать, как случилось чудо на планете. В мир пришел Христос спасение людям дать. Это было зимнею порою, ночь спустилась тихо над землею, небо освещалось яркою звездою, и вдали виднелся хлеб простой. В мир пришел Христос, счастье нам принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. В мир пришел Христос, счастье нам принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. Земли.
для тебя Христос родился в ночь на Рождество. Он ждет тебя, он ждет тебя, он ждет тебя давно. В мир пришел Христос, счастье нам принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. Счастье нам принес, ты пойди посмотри на царя всей земли. В мир пришел Христос, счастье нам принес, ты пойди посмотри на царя всей земли. В мир пришел Христос, счастье нам. Яна Федорук и Божья Маслина. Друзья, я хотел бы сегодня, вот, пользуясь случаем, они только что пели слова «Мир пришел Христос, счастье нам принес». Если ты сегодня несчастлив в Америке, я просто хотел бы задать вопрос, как твои отношения с Христом? Поэтому это вот ваш ответ, вам вопрос, ваш ответ. Сейчас я хотел бы представить новую группу, это жители Эшвилла. Они приехали с Молдавии. Но вы знаете, так был разговор по телефону, что они будут петь на молдавском языке. Но вы знаете, буквально вот перед началом говорят, мы хотим на русском. Ну пусть благословит вас Бог на русском языке. Пожалуйста, давайте поприветствуем семья Юрко. Группа называется «Братья Юрко». Приветствуем их. Как уже упоминал брат, мы хотели исполнить песню на молдавском языке, но так получилось, что мы поем на русском языке сегодня. Мы много думали о том, рождественская тема должна быть. И мы остановились на той мысли, что все-таки рождение Иисуса Христа для нас всех ознаменовало и большое прощение. И сегодня мы вместе с вами, все вместе здесь собравшиеся, как уже упоминали наши многоуважаемые ведущие, можем себя назвать полноценно и полноправно братьями и сестрами. Слава Богу! И песню, которую мы хотим исполнить во славу нашего Господа, называется «Отче наш». Раду. Oh!
проводили в брызгах хмельного вина. Я преклоняю колени, гордость свою покоря, верю, что мое спасение в крови Иисуса Христа. Я с огромным удовольствием хочу сейчас представить вам людей, она мне мешает, людей, которые, как вам сказать, вот сейчас они выйдут на эту сцену, да, и внимательно-внимательно, не только их слушайте, а посмотрите на них. Каждый из них — это Божье чудо, Божье свидетельство. Перед вашими глазами сейчас предстанут люди, которые вырвались из лап врага. Вы знаете, я сама была когда-то неверующей, и я знаю, что такое вот эта борьба, эта война, страшная война, кровавая война, длящаяся очень долго. Борьба умер, чтобы этого больше не было. Но это происходит, и это с тобой. Но эти люди победили. Но они победили только потому, что маленький ребенок когда-то родился в городе Назарете. Он пришел на эту землю. Бог-человек. И он простил. Правильно, братья Юрко говорили. Пришло прощение. И сейчас я вам хочу представить группу из реабилитационного, это можно сказать, сборной Америки по славе Божьей. Аминь. Вот какие красавцы. Ну, посмотрите на них. Маленькое свидетельство. Давайте еще Богу воздадим славу. Наш Бог достоин славы. И раз у нас сегодня музыкальный концерт во славу Божию, знаете, я сидел и думал, на самом деле, как сказал пастор Сергей в самом начале этой программы, он сказал, что первый концерт давали пастухи. И знаете, причину, почему они начали давать этот концерт? Ангела, пастухи, то есть было веселье, потому что что-то зажглось, что-то новое родилось. И 10 лет назад Бог совершил великое чудо в моей жизни. Внутри меня родился Иисус. В моем сердце загорелась песня. И знаете, если я был старался, по крайней мере, старался всем видом своим делать злого человека, во время, когда, помните, 90-е годы, рэкет и тому подобное, занимался наркотиками. И, в общем, очень-очень сложная жизнь у меня была. То когда родился внутри меня Иисус, внутри меня запела песня, песня новая. Я захотел дарить радость, любовь. И, знаете, есть хорошие песни, которую мы слышим по радио или на телевидении. И вот эти, если она действительно хорошая песня, она как-то прилипает. А потом еще то, что она прилипает, она еще и передается. Знаете? И один поет, потом уже смотришь, другой поет, и смотришь, все поют. И тем более, если простая песня, она так прилипает, то когда рождается Иисус, загорается вот эта Божья песня, она прилипает надолго, на всю свою жизнь. И передается всем последующим людям, которые будут с тобой встречаться. Точно так же я просто хочу представить моих друзей. Это
Я всегда говорю, что это мои самые лучшие друзья, которые есть на земле. У меня очень много друзей, но именно с ними я живу под одной крышей. Именно с ними я разделяю хлеб. Именно с ними разделяю трудности, радости. И ближе, чем эти люди, у меня нет на этой земле. Ну, я не говорю за мою жену прекрасную, Викторию, за моих деток. Это тоже моя семья. Мы есть часть, мы есть одна семья. Поэтому хочу представить сейчас моих друзей очень коротко. Нас очень много, поэтому если мы будем начнем свидетельствовать то, что сделал Бог в нашей жизни, поверьте мне, здесь займем мы очень много времени. Поэтому мы хотим, конечно, просто петь сегодня, просто прославлять нашего Господа нашими сердцами. Очень кратко ребята представятся, откуда они, как их зовут, от чего Бог их избавил и просто что сейчас в их сердцах. Пожалуйста, очень кратко, ребята. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Сергей, мне 35 лет. Я из города Шарлотт. 6 лет наркотического кошмара, стаж мой. И знаете, в одной книге, которую написал пастух, написано, как однажды пастух вырывает часть голени или часть уха из пасти льва, так будут спасены сыны Израилевы. Моя жизнь была спасена, уже, наверное, одна нога торчала из пасти и почти проглотил. Сегодня жив и благодаря Иисусу. Добрый вечер, меня зовут Даниил, я из штата Нью-Йорк, церкви Бет Шалом. Вот 4,5 года был зависим от героина и таблеток. А сейчас свободен в Иисусе Христе. Аминь. Здравствуйте, меня зовут Миша, я из города Атланты. Я в 2000 году, в 6 году я попал в аварию большую и присел на обезболивающие таблетки. И вот так, у меня жизнь была тяжелая. Я просто решил потом поехать в центр. И не я избрал Бога, но Он избрал меня и поставил меня сюда. Добрый вечер, ребята. Меня зовут Виталик. Я сюда приехал из Чикаго. Приехал из неверующей семьи. И с каждым днем я очень благодарен, что я больше и больше узнаю Бога. Слава Богу. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Андрей. Мне 26 лет. Я из Вашингтона, Сиэтла. Я зависим был 2 года. Пытался бросить, женился, думал, тоже брошу, раз женюсь, но было все по-другому, не получилось. За меня молились, жена, родители, и слава Богу, я попал в центр, здесь моя жизнь радикально изменилась, теперь я служу Богу и славлю Его, слава Богу. Hello, my name is Slav. Здравствуйте, меня зовут Славик. I'm 25 from Florida. Мне 25, я из Флориды. I've been on drugs for about 11 years. Я был на наркотиках 11 лет. In and out of jail, prison. И в тюрьме, и из тюрьмы. I come from a Christian family. My dad's a pastor. Я из христианской семьи, у меня отец пастор. But one thing I do know is that I'm saved. Я одно знаю, что я спасен. Здравствуйте, братья и сестры. Меня зовут Виталик, мне 30 лет. Я еще живу в Шарлотте. Перед этим был много лет зависимости, выхода не находил. Я хотел поблагодарить тех ребят, вот братьев, что выступали только что, пели, не понимаю, но эта песня, я не знаю, как коснулась кого, но вы, ребята, спели прям мою жизнь. Так что я благодарен Богу за то, что Он спас меня. Слава Богу. Hi, my name is Dara. Привет, меня зовут Дара. I'm 22 years old. Мне 21. I'm from Charlotte, North Carolina. Я из Шарлотты. I was doing drugs since I was about 16 years old. Я употребляла наркотики с 16 лет. But now I've given my life to Jesus Christ. И теперь я дала жизнь Богу. And it's the best thing that I've ever decided to do, and I'm so thankful for my relationship. Это самый лучший выбор, который я делала в жизни. I'm blessed and I praise God for that. Слава Богу. Приветствую вас. Меня зовут Джонни Москалец. Я из Сакраменто, Калифорния. Я употребляла наркотики на протяжении 4 года. Жизнь моя была как темнота, не видела света. Выходила на улицу, свет был, как будто темнота даже. Так пыталась выйти из этой темноты и никак не смогла. Когда я попала в реп-центр, я не верила в реп-центр. Слава Богу, Бог, я стою, я чудо Божье.
Слава Богу. Здравствуйте, меня зовут Максим, мне 22, я из Чикаго. И 5 месяцев назад я сюда попал, в рэп-центр в Шарлотте. И Бог меня меняет каждый день. Я благодарен этому. Здравствуйте, меня зовут Юля Москалец, мне 20 лет. Я из Сакраменто, Калифорния. Я тоже жила очень плохой образ жизни в протяжении 2 года. Но я очень благодарю Бога, что Он меня нашел. Он мне изменил жизнь полностью. И мое мнение на все дела. Я очень благодарю Его. Слава Богу. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Славик. Я из штата Вашингтона. Я хочу сказать спасибо Богу, что Он меня спас сегодня. И что я могу стоять перед вами сегодня и прославлять Его. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 21. Я из Портленда, штат Орегон. Я очень благодарна Богу за такую возможность, что в тот момент, когда я подумала, никто мне не сможет помочь, Он явился в моей жизни и в жизни моих родителей. Я просто славлю Бога, благодарю Его за все, что Он делает каждый день в моей жизни, всех наших жизней. Мы хотим спеть вам песню. Это наша любимая. Она говорит о том, что Бог сделал в нашей жизни, что мы воззвали Ему, мы были в тесноте, Он услышал нас. И мы уже не знали, что делать, но Он нас спас, Он нас вынул, и мы благодарим Его за это, и мы будем Его славить. Давайте будем петь, прославлять, славить нашего Бога вместе. Аллилуйя. Он дал распять себя, Бог, кому принадлежит вся жизнь. О том, что Бог живой. На нас поставили люди крест. На нас поставили церквя крест. На нас поставили родственники крест. Нас заживо похоронили. Но есть тот, кто родился в наших сердцах.
Я провозглашаю сегодня жизнь в тех сердцах, если на вас поставили сегодня крест. Это служение здесь, в Норт-Каролине, точно так же оно сейчас развивается в Вашингтоне, в Калифорнии. И если у вас есть трудности, если у вас есть проблемы, если у вас есть родственники, которые нуждаются в помощи, друзья, дорогие мои, я хочу провозгласить сегодня благую весть. Христос родился. И Он родился в наших сердцах. Поэтому контактируйте с нами. Выход всегда есть. Давайте еще раз Богу воздадим славу. Спасибо большое. Добрый вечер еще раз, друзья, всем. С наступающим всем праздником. Мы сейчас представим группу прославления из церкви Father's House, или Дом Отца, город Шарлотт. Мы споем вам песню «Поздравление на Крисмас». И просто, если вы знаете, подпеваете, участвуйте, давайте вместе радоваться сегодня. Прошу. Спасибо. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе. Ты родился для нашего спасения. Эммануил, Бог с нами. Аллилуйя! Свет великий осиял, и тогда, идя в пещеру, каждый Бога прославлял. И звезда всегда горит, и светом голубы озарит. Все, кто блуждает в темноте, пусть здесь услышат. Спасибо, друзья. Спасибо, Дом Отца. Я хочу сказать немножко информации, друзья мои. Буквально несколько месяцев назад вот эти ребята, которые здесь, может быть, немножко меньше, были в нашей церкви. Когда они рассказывали о себе, вы знаете, что-то произошло в наших сердцах, и мы просто приняли решение поддерживать их немножко. Вы знаете, у них есть информация, там будет информация на столе,
И там будет информация. Если вы пожелаете быть партнером, поддерживать вот таких людей, вы можете просто поучаствовать. Кто-то 20, кто-то 30, ежемесячно. Вы знаете, это наше как бы обязательство для нас стало, для моей жизни, для моей семьи. Если у вас появится это желание, я думаю, что это вы получите обильное благословение. Не зная, кому помогаем, но придет время, когда на небесах мы пожнем то, что мы сеем. Поэтому для нас это 20 немного, но для них это очень много. Поэтому в конце нашего общения вы подойдите к пастору Александру, и вы будете иметь информацию от него. Сейчас следующий участник этого вечера. Я ее в прошлый раз прозвал «Матушка». И не случайно, потому что ее муж пастор, итальянец Татьяна Марцинковская. Приветствуем ее. Мне сразу хочется одеть платочек, вот такие какие-то очки, и сесть в кресло и вязать. Почему-то, я не знаю, почему, когда меня матушкой называют. Но я не обижаюсь, честное слово. Ну, хорошо. А сейчас к серьезному. Итак, Татьяна Марцинковская. Так, подождите, не мешайте мне, я сейчас прочту этот титул. Потому что присутствие Господа на этом месте. Because the presence of God is in this place. Yeah.
Господу. Спасибо Тебе, Господь, за этого младенца. Слава Богу. Я благодарен Богу за Татьяну. Вы знаете, в прошлый раз, когда мы с ней первый раз встретились, в прошлом году, она рассказала историю о том, что в 33 года она приехала в Америку, чтобы искать счастливую жизнь, большие деньги, карьеру, в творчестве. Но вы знаете, она встретилась с Иисусом. Вот в Америке она встретилась с Иисусом. И я благодарю Бога за то, что она может прославлять Бога здесь, в Америке, своим голосом. Следующие наши участники, также наши друзья, это Церковь Пробуждения. Я хотел бы, чтобы вы активно так вышли быстренько на сцену. Мне приятно, что Светлана и сестры, которые вместе с ней поют, буквально почти постоянно, когда я звоню им, или они даже сами мне звонят, говорят, мы хотим поучаствовать. Сегодня их состав немножко изменился, они уже поют, у вас трио или квартет? Да, квартет. Поэтому поприветствуем сегодня этот квартет Церкви Пробуждения.
Квартет пробуждения, друзья. Итак, друзья, сейчас я это самое отойду. Вы знаете, мне очень приятно объявить следующую участницу нашего концерта. Она мне ужасно нравится. Честное слово. В прошлом году, когда я приехала сюда, и ребята выступали, ну, объявились поющая семья, и все такое, действительно, поют все. Как это может быть, вообще не понимаю. Но все, и хорошо. Я сразу так это думаю, господи, а чего я-то так не умею? Вот. Ну и словом, а когда вот запела именно она, вот. Все, что я могла сказать. Итак, я хочу позвать на эту сцену, точнее, нет, не позвать, это грубо даже. Я хочу пригласить, я имею такую честь, пригласить на эту сцену Марию Фисюк. Маш, ну ты где? Ну иди уж сюда, ну. Tonight, Tanya, thank you so much. This first song that we're going to do is called Beautiful Stranger, and it's just a song that we've been doing this last year. So I hope you guys enjoy it. Oh.
sing this next song. I just want to say that I wouldn't be here today, and I don't think any of us would be here today if it wasn't for Jesus Christ, if it wasn't for Him becoming the ultimate gift, the ultimate sacrifice for humanity. And this next song is just a few words of my gratitude and thanks, because we wouldn't be here without Him today. It's called Cascading.
Спасибо вам большое. Я думаю, что у вас есть вкус хороший. Хорошо. Друзья, я хотел бы сегодня просто поблагодарить всех тех, которые участвовали. И думаю, на самом деле, Бога, если для Бога петь, можно на костылях. И как плохо, когда у нас все нормально, руки на месте, ноги на месте, но вот проблема в том, что не хотим мы. Я просто побуждаю вас, если имеете талант от Бога, служите Ему. Не вешайте ваши арфы, как Асаф писал, где-то там на вербах, но служите Господу. Сейчас я попрошу Татьяну, она представит лучше этого участника. Кто представляет? Ты что представляет? Кто 911 позвонил? Кто звонил 911? Тут полиция понаехала, понимаешь. Только вот странно, один из них что-то как-то по-другому одет. Маска, я тебя знаю. А что ты там прячешься? Нет, сиди пока. Понаехали тут, понимаешь. И сейчас я хочу вам представить моего дорогого, любимого брата. Друга, ты не обижаешься, что я тебя так обзываю? Я у него однажды... Ну, вы, наверное, все знаете, что он полицейский по профессии по своей. Грозный очень. Серьезный. Я у него однажды спрашиваю, слушай, у тебя такая улыбка, такие добрые глаза вообще. Как ты в полицейский-то попал? Он говорит, а ты меня еще в форме не видела. Я говорю, понял. Все, умолкаю. И так на сцене самый талантливый полицейский Калифорнии, самый добрый и милый. Как тебя зовут? Я шучу. Гена Вербицкий. Геннадий Вербицкий, извините, пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле, там не поймут, как я могу петь, здесь не поймут, как я могу на полицейских машинах разъезжать. Ну... За все отвечает серебро, как говорит Библия. С Рождеством! Побушуем! Поехали, Ашвилл! Вы здесь, нет? В мире любви без Бога мы знаем о ней немного, как нам в ней войти. Вечной любви, Божьей любви. Ты есть любовь, я знаю я. Перед тобой склоняюсь жить. Как без себя не знаю, думал, что знал. Я думал, все знал. Небо и земля, я знаю, слыша. Улетаю я все выше, выше. Thank you.
Спасибо, спасибо большое. Видите, как полицейский петь умеет. Я очень рад видеть вас всех. Большая привилегия для меня быть здесь. Очень рад видеть ребят из реп-центра. С Герой Алексеем, с группы «Дружки» только были мы у нас в реп-центре «Дети на улицах». И в Питере мы бываем часто, мать Васяна. Дай вам Бог силы, энергии, здоровья. И нам все вместе помогать. Тем, кто зависим. С Рождеством! Следующая песня посвящается Господу нашему в день его рождения.
Спасибо большое, с праздником еще раз. С днем рождения тебя, Иисус. Приезжайте в Сакраменто в гости. Геннадий Вербицкий, я хотел бы спросить тебя, ты не теряй микрофон еще. Если вот вдруг я еду и лечу в Калифорнию, в Сакраменто, беру машину и 90 миль в час, и сзади ты, как ты среагируешь? Ну, ты ж, мы же с тобой знакомы уже. Как ты среагируешь в такой ситуации? Как... А я люблю быструю скорость, поеду тоже 90 за вами. Спасибо, Геннадий, спасибо большое. Хотел бы следующее наше участие. Он имеет немножко слова, он хочет обратиться немножко со словом к вам. Будет переводчик. И я хочу, чтобы Виктор Приказчиков, где он есть, я всегда тебя видел и вот тебя вижу. Ты знаешь, как второе солнце здесь, в этом здании. Пусть Бог благословит тебя. Да, да, да. От этого солнца не будет сильно тепло. Рад вас всех видеть. Glad to see you all today. С Рождеством Христовым. Merry Christmas, everyone. Слава Богу, что... А это овации, да, были сейчас, да, наверное, время? Спасибо. Жена поддерживает хоть меня, слава Богу. My wife supports me. Thank you. А, пастыря, друзья, аллилуйя, слава Богу. Thank you. А, большой праздник у нас, друзья. It's a great celebration today, friends. В первую очередь, видеть друг друга. First of all, to see each other. Спасибо, что в нашем календаре есть такие даты, когда мы можем видеть друг друга. Thank God that we have these dates in our calendars that we can see each other. Спасибо за церковь, которая взяла на себя ответственность проводить такие мероприятия. Responsibility to have such an event. Спасибо пастыря и спасибо команде этой церкви. Thank you pastors and the teams of this church. Которые вместе сплотились для того, чтобы ежегодно проводить такой прекрасный праздник. That have come together to have such a wonderful celebration every year. Потому что мы можем говорить о наших отличиях, because we could talk about our differences, о наших жизнях, о наших характерах, about our lives and our characters, и тем более о наших служениях, and especially our ministries. Но когда мы собираемся вместе, but when we gather together, оставляя то, о чем мы думаем и о чем мы мечтаем, leaving what we're thinking about or dreaming about, о чем мы говорим и что мы хотим в нашей жизни, what we're talking about and want in our lives, когда мы собираемся для того, чтобы прославить нашего Господа, when we get together to glorify our Lord, мы приходим в единство. We come in unity. Я благословляю вас, братья и сестры. I bless you, brothers and sisters. Мы здесь, потому что наш Господь живой. We're here because our Lord is alive. И Он наш Господь и Бог, который любит нас. And the God that loves us. И который дал нам привилегию. And He gave us this privilege. Называться Его детьми. To be called His children. Он не просто родился однажды в Вифлееме. He was not simply born in Bethlehem. Он родил нас с вами, друзья. But he birthed us. Мы говорили сегодня, что Он рождается в наших сердцах. We spoke about him, being born in our hearts. Но если бы не было Его, but if it was not for him, не было и наших сердец бы. Our hearts would not be here. Не было наших жизней. Our lives would not be. И мы здесь, потому что наш Господь жив. And we're here because our Lord is alive. Воздайте Ему славу, дети Божьи. Give Him glory. В тот день, когда мы с вами прочитали, Он родился, As we read about the day when he was born, хотя историки говорят, что это была разница во времени, может быть даже месяцы и годы. Even though the historians and scholars say that it may have been a different time of the year, но мы знаем о том, что ведомой звездой, but we know that by the star, которая вела мудрецов, that was leading the wise men, все как бы вместе с нами пришли в один дом. All together we came into one place. И в этом доме увидели все младенца. They came into one place and they saw this child. Которым как бы не было ни вида, ни величия. And he was not a great person at that time. Но каждый, кто был в этом доме, but everyone that was in that home, понимал свое отношение. They understood their relationship. И то, что необходимо что-то сделать для того, кто здесь родился. And the fact that they need to do something for the one that was born here. И вы знаете, согласно Слову Божьему, and you know, with agreement to the word of God, эти люди, которые пришли в тот дом тогда, the people that came into the house that time, принесли сокровища. They brought treasures. Они принесли то, что им было дорого. They brought that which was of value to them. Мы сегодня с вами, друзья, today, our friends, в Доме Божьем. We are in the house of the Lord. Мы сегодня день рождения нашего Царя и нашего Господа. We are here where the birth of Jesus Christ is. И в наших сердцах есть сокровища. And in our hearts we have this treasure. И там в Слове написано, что они открыли эти сокровища. And in the word it says that they revealed or opened these gifts. Спасибо, друзья, действительно, мы все здесь драгоценны. Thank you, friends. We truly are all precious here. Здесь нет ни одного, у кого бы не было того или иного сокровища. There is not one person without treasure мы here. Все с вами даровиты во имя Иисуса Христа. We are all precious for Jesus Christ. Я сегодня не пою вам. I do not sing to you today. Хотя, наверное, я могу петь, не так ли? Even though maybe I can sing.
Но сегодня каждый из нас But today, every one of us, может принести и вложить в руку Господа we can bring and give into the hands of the Lord, те, что дорого нам, that which is of some value to us, что нам не безразлично, that which we care about, и тем, чем мы хотим прославить нашего and Царя. That which, with which we want to glorify our Lord Мне удостоена честь сегодня It is an honor for me today призвать вас все, мои братья to и сестры, call every one of you, brothers and sisters, служение, которым призвана Церковь Божья, to the ministry that the church is being called to. Когда мы собираемся с вами вместе, when we get together, для того, чтобы славить и поклоняться Царю Царей и Господу Господствующим, to glorify and worship the King of Kings and the Lord of Lords, мы имеем привилегию служить Ему, we have a privilege to minister to Him, теми благословениями, with the blessings, теми финансами, with the finances, теми пожертвованиями, with the offerings, которыми Господь благословил нас, that God has blessed us. У нас в карманах нет ничего то, что наше. We don't have anything in our pockets Все, that is ours. Имеем, Everything Господу. That we have belongs to our Lord. И то, что мы имеем на этом месте And здесь, what we have here in this place, мы этим можем служить нашему Царю. We can serve our King with it. Я хочу пригласить ашеров этой церкви. I want to invite the ushers of this church. Но также пригласить вас, but мои братья и сестры. Also invite you, brothers and sisters. Вы имеете привилегию you сегодня have this privilege благословить today руку вашего Господа, the hand of your Lord, которая щедро всегда благословляет наши жизни. That has abundantly and always blesses us in our lives. Мы знаем, что Он всегда нас благословляет. We know that He always blesses us. And therefore, without any fear, let us glorify our Lord. Let's stand to our feet. In this prayer, prayer of our faith, we're going to bless our Lord. И те финансы, которые мы положим в эти корзинки, baskets, будет наша благодарность this Ему, will be our thanksgiving наша to him, признательность Ему, our, knowing Him, Потому что Он любит нас. Because he loves us. Он заботится о всех And наших he... нуждах. Друзья мои, я хочу пригласить сюда на эту сцену наше юное поколение. В прошлом году я видела их выступление. И знаете, я хочу сказать, что это так важно, что наша молодежь участвует в служении. Теми талантами, что они имеют. Может быть, даже больше. Но вот то, что они сейчас для вас покажут, это дорогого стоит. Эти дети посвятили себя Господу, и они выражают свою любовь к Богу тем, что они имеют, и то, что они умеют. Итак, танцевальная группа церкви «Источник жизни». Strokes her brow. He's so scared.
Спасибо, молодцы. Я понимаю, что у Бога есть разные служения, и для Бога можно по-разному служить. Но вы знаете, когда мы служим, слава Богу, когда мы не служим, не дай Бог. Просто хочется, чтобы тех, кого Бог призвал, чтобы они могли приносить пользу, приносить плод своей жизни. И когда я вот общался с Татьяной Марцинковской, я узнал о том, что когда 33 года ей было, она вот приехала сюда, оказалась вне удела, попыталась, вернее, пригласили ее в церковь, и вы знаете, она там попыталась немножко подправить голоса, потому что говорит: «Бога я хочу славить хорошо, я считаю, что все должны славить Бога хорошо». И вы знаете, однажды Бог постучал в ее сердце, она отозвалась на этот стук, она приняла Иисуса своим личным спасителем, и сегодня она дитя Божие, она славит Бога. Татьяна Марцинковская, Нью-Йорк. Пожалуйста. Спасибо, Николай. И вот как раз следующую песню, которую я хотела бы для вас спеть, это песня «Мое свидетельство». Это, кстати, сегодня премьера, я ее еще никогда нигде не пела. Это вот только-только пирожок такой новоиспеченный, только-только из студии. Я буквально 2 дня назад забрала эту фонограмму. Так что, если слова буду забывать, так что вы меня это самое простите, ладно, заранее так предупреждаю. Хотя стихи мои, но кто знает. Просто когда артист поет, например, на сцене, да, можно. Он поет много раз песню, она впивается сразу. А премьера, есть премьера, всегда все трясутся вот так вот. Кто-то сильный злобно мечты все крушил. Сколько раз я стояла под топана краем крутой скалы. Напролом шла без брода, не боясь слой молвы. Но кольцо все смыкалось, и грозный медленно, и бег. Забыл, дитя, он так любит тебя. Любит, любит так нежно. Слыши, слыши, о чем кричит душа. Сколько веков тебя он ждал, стоял он вели и стучал. Исцелить твою жизнь, дай покой.
Татьяна Марсатковская, спасибо большое. Спасибо, друзья. Спасибо, Таня. Следующий участник, участники. Вы знаете, я думаю, что каждый из вас имеет селфон. И вам очень много звонков поступает, и вы на них отвечаете. И звонки тех людей, которые вы знаете уже номер, но есть вот неизвестный номер, заблокированный номер, и просто думаешь, кто же звонит. Алло, Николай? Николай, это вам звонят из Назарета, Иерусалим, то есть Израиля. Думаю, вот это да. И знаете, приятно все-таки, когда с Израиля, с Назарета, на Рождество звонят. И я сегодня хотел бы попросить Екатерина и Дмитрий Петровские, пожалуйста, на сцену. А я знаю этих ребят очень давно. Они приезжали к нам в Нью-Йорк. Кстати, они оригинали из Белоруссии вообще-то, наши люди. Поприветствуем их, наших людей, пожалуйста. Вот еще одно чудо Божье. Вот еще один survivor. Вот еще один здоровый человек на этой земле. Благодаря Господу Иисусу Христу. Аминь, слава Богу. Итак, профессионалы высокого класса, между прочим. Прошу любить и жаловать. Шаббат шалом, эрефтов. Добрый вечер всем. Анахну бану ми Исраэль. Мы приехали из Израиля. Ми Нацрат. Из города Нацарет, Назарет. Анахну смехим меот. Очень рады. Лерот этхем. Вас всех видеть. Я очень хочу поприветствовать всех. Мы очень рады, что видим такое множество людей, которые собрались в одном месте ради того, чтобы еще раз встретиться с нашим Спасителем. И знаете, у нас, ну, поскольку вы нас не знаете, я два слова скажу. У нас удивительная история с моим мужем. 2 года назад врачи мне поставили диагноз онкологический. Ни с того ни с сего, хотя мы служители полного времени, больше 10 лет. И все с этого момента перевернулось, знаете. Бог нам дал откровение ехать в Израиль в это время, в это самое время. Хотя мы не собирались туда ехать. И за 2 недели мы собрались и поехали. И в Израиле я получила исцеление. И, знаете, мы настолько изменились, мы настолько обновились. И
Видимо, это был Божий план, потому что сейчас мы просто совершенно другие. И знаете, Бог дал силу служить и свидетельствовать. Потому что когда ты что-то прожил сам, то ты имеешь силу говорить об этом. И когда ты что-то победил, то эта победа есть. И когда ты о ней говоришь, что ее чувствуют люди. И Слово Божье, которое работает в твоей жизни, оно имеет силу работать в других жизнях, когда ты говоришь об этом. Вот, поэтому я всех, кто сейчас борется, кто проходит трудные времена, я хочу сказать... Слово Божие – это единственное лекарство. Это просто такое чудо, вы знаете, оно способно спасти из самой глубокой пропасти. И оно способно дать такую силу, которой у вас не было, даже когда у вас не было проблем. Аминь. И да, первая вещь, которую я хотела бы сыграть, она называется «Девора». С каким местом связано это имя? Кто-нибудь может вспомнить, с каким местом Израиля связано? Да, это судья Израиля, но с каким местом, где это все проходило? Кто-нибудь может вспомнить? На какой горе это все было? Не помните? Это гора Тавор, Фавор. И сейчас мы живем прямо напротив этой горы, и каждое утро, и каждый вечер мы видим ее. Вообще, я вас всех приглашаю в Израиль, это удивительная страна. И знаете, в этой стране нельзя быть пассивным, нельзя быть беспечным. Вот я так думаю, что в Америке, наверное, можно, но в Израиле нельзя. Потому что если ты пассивный, ты пропадешь, просто пропадешь. С одной стороны религиозные евреи, с другой стороны арабы, с третьей стороны просто люди, которым все равно. Понимаете? И нужно там быть солью, настоящей солью, светить. И вот эта музыка, которую я хочу сыграть, она как раз вот такая восточная, чтобы вы поняли привкус этой жизни. Вообще Восток — это страсть, и страсть должна быть во всем. И мы, как христиане, мы тоже должны иметь страсть, чтобы люди, когда они смотрят на нас, они что-то видели, они чувствовали вкус, не просто вот, ну, человек неинтересный, да, но они должны чувствовать вкус какой-то, который их должен привлекать ко Христу. И вот эта песня об этом.
Спасибо большое. Знаете, когда мы приехали сюда, в Северную Каролину, мы увидели точно такой же пейзаж, когда мы подъезжаем к Назарету. Всегда, когда подъезжаешь, видишь, вот выйдете, когда сейчас на улицу, увидите эти горы. Вот такие же треугольники вы увидите, когда будете подъезжать к Назарету. Мы очень рады быть здесь сегодня с вами в преддверии этого замечательного праздника. И поздравляем вас всех от души. И желаем вам, чтобы Рождество было не только, знаете, как праздник в календаре, но чтобы это было прежде всего в сердце. И мы хотим сейчас тоже представить премьеру песни, которая будет сейчас звучать первый раз. Это песня из проекта, который мы записали с группой «Псалмеры», и она называется «Аллилуйя». Всемогущий, тебе душа моя, в каждый день моей жизни приглашаю тебя, твою святость, твою вечность и твою святую кровь, твою радость, твою нежность и твою любовь. Аллилуйя, аллилуйя, приглашаю тебя. Аллилуйя, аллилуйя, приглашаю тебя. Душа моя поет о святости, о вечности и о святой крови, о радости, о нежности и неземной любви. Аллилуйя, аллилуйя, поет душа моя.
Спасибо большое. Владислав, спасибо большое. А можно просьба от меня? Хевену шалом, Олег. Как? Еврейскую вот эту песню вы можете спеть именно? Окей. Пожалуйста, можно просто? Можно. Пожалуйста. Хевену шалом, алехем. Хевену шалом, алехем. Хевену шалом, алехем. Хевену шалом, шалом. Ша, теперь мы. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hey, Hallelujah. Спасибо, ребята. Благодаря Господу творим. Аминь. Ребята, мы дождались. Мы дождались. Я хочу пригласить на эту сцену. Знаете, вот в нашей жизни бывают, ну вот как бы простые люди, наша семья, там наша жизнь, ну как бы люди, которых мы любим. А есть еще люди, знаете, они как маяки. Они светят. И они направляют пути. Вот заблудшим морякам, например, в море. Ну, как бы я общую картину там вам даю, да, вы догадываетесь, о чем я. Вот. Но вот эти люди, которые сейчас выйдут на сцену, они явились маяками очень многим музыкантам, например, очень многим людям молодым. Они формировали вкус, по сути, уже многих поколений молодых людей. Я не говорю о том, какой у них возраст, они очень молодые люди на самом деле. Но просто вот их творчество, их судьбы стали маяками для других. Стали какой-то отправной точкой, чтобы двигаться дальше, как в духе, так и, в общем-то, в музыкальной истине, между прочим. Они стали, они проявили какое-то очень большое, как это по-русски, influence, влияние. Большое влияние явили на целое поколение музыкантов, за что им честь и хвала. И они сами высочайшего класса музыканты, наши прекрасные друзья, группа «Новый Иерусалим». Спасибо большое за такие замечательные слова. Мы не знали всего этого. Это, наверное, не про нас. На самом деле, нам очень приятно быть сегодня здесь. Особенно приятно видеть столько друзей, столько знакомых лиц. И только что вы слышали замечательные песни в исполнении наших практически родственников, Дима и Катя. Мы с одной церкви, между прочим, с Минска. И мы вместе росли, вместе практически покаялись в одно время и видели, как мы, они видели, как мы развиваемся, а мы видели, как они растут. Для нас очень приятно быть здесь. И особенно приятно, что пошла такая еврейская тема, и мы очень надеемся, что мы так очень плавно в нее вольемся вместе с вами. Здесь вы не забыли еще русский язык и замечательное русское выражение «ай-яй-яй-ой-ой-ой». Да, помните еще? Конечно, американцев этого, но они такого не знают, но мы их учим потихоньку. Хорошо, мы можем начать с нашей замечательной песни, которая называется «Ай-яй-яй-ой-ой-ой». Споем вместе? Ой-о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 й
Вышел, как на жениха, к месту украсил убранство. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я возрадуюсь, Господи Боги, отдавать. Будет душа моя ликовать, возвеселиться любовь моя. Он облёк призы спасения, одеждою правды одел меня. Венец возложил, как на жениха, весу украсил убранство. Как-то в детстве я очень хотел заниматься музыкой, а мне папа говорит: слушай, сынок, вот хорошая специальность, повар, экономист, а потом будешь бренчать на своей балалайке. А я очень хотел заниматься музыкой. И один раз в школе приехал преподаватель, и мои друзья говорят: слушай, вот ты пару аккордов знаешь, одну песню, иди, говорит, сыграй, покажи класс. И я пошел. И когда я начал играть, они не просто с меня смеялись, улыбались, они ржали там все с меня, я так плохо это делал. Он говорит: слушай, ну вот на гитару ты не подходишь, может, на барабаны подойдешь, иди по крышке пианино простучи. И он мне один ритм стучит, я другой, волнуюсь так. Он говорит: слушай, на барабаны ты тоже не подходишь. Я говорю: может, я говорю, просто к вам похожу? Он говорит: ну просто походи. И я начал ходить. На мое место было 4 музыканта, и все они ушли. Один я там и остался. Так началась моя музыкальная карьера. Через 10 лет я все-таки получил образование повара, экономиста, 6 лет учился по наставлению родителей. Потом покаялся, пришел в группу «Новорусалим», и уже мы 18 лет вместе, более 2000 концертов. Не потеряйте свое призвание. И чтобы не быть голословным, я сыграю вам сейчас на бас-гитаре чуть-чуть.
Я буду играть, а вы повторяете за мной. Александр Малецкий. Hard bass player Игорь Сорокин. Слава Богу. Если у вас есть мечта, не сдавайтесь, все у вас получится. Знаете, у каждого бывают в жизни разные периоды. И год назад у нас тоже был непростой период в жизни. Каждый проходит через это, наверное, перемены. Самое постоянное то, что мы имеем в жизни. Наверное, единственное, что никто не меняется, это только Господь. Поэтому на Него одного мы можем уповать. Он не изменит своего решения. Но знаете, что самое интересное, что мы молились, и мы спрашивали Бога: Господь, что ты хочешь от нас? Может быть, мы должны чем-то заняться другим. Может быть, стать экономистом или поваром. Или, может быть, бизнес открыть, начать машины чинить, продавать, гонять. Но знаете что? Мы спрашивали Бога, и мы молились. И знаете, что Он ответил? Ничего. Знаете, 18 лет назад Он уже однажды сказал наше сердце то, что мы должны делать. Он дал нам поручение, Он сказал: идите, будьте светом, играйте музыку, будьте тем, кто вы есть. И было решение наше, останемся ли мы, будем ли мы теми, кем Бог нас призвал, или нет. Я знаю, что мы были бы благословлены все равно, Он бы все равно нас благословил. Но мы решили идти по тому пути, который Он нам сказал идти. И мы очень рады этому. Знаете, что самое важное в этих периодах этого времени? Сохранять мир, сохранять шалом. И мы хотим сыграть следующую песню, которая называется «Шалу, шалом, Иерушалаем». Она поется о том, чтобы был мир в Иерусалиме. Но мы хотим посвятить ее всем тем, кто проходит через сложные времена. Сохраняйте мир, верьте в Бога, идите до конца, чтобы у вас был мир. Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом,
шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим. Хочу сказать, Иисус родился, Он пришел, и Он здесь. Вы слышите эту атмосферу Его любви? Может, кто-то еще в этом зале есть, кто нуждается сегодня в Иисусе? Кто нуждается в том, чтобы Он пришел в ее сердце? Чтобы мир, который принес Господь и любовь, оно просто наполнило вашу жизнь? В Царстве Господа есть место, в сердце Отца есть огромное место для вашей судьбы и для вас. Это время... Время чудесных перемен, время действительно счастья и радости. Если вы сегодня такой человек, еще не приняли Иисуса в свое сердце, не приняли спасения, этот день для вас, этот вечер для вас. Господь все отдал самого себя ради спасения жизни и счастья вашего. Мы будем молиться за брата. Я не знаю, что он хочет от Господа сегодня. Его слезы, его сердце сегодня перед Богом. Небесный Отец, Он слышит не только слова Его, Его вздохи сегодня. Я верю, что этот день будет просто памятным, днем перемен в Его жизни. Я хочу, чтобы мы все встали, простерли руки свои в молитве благословением. Толик, молись, пожалуйста. Отец наш Небесный, Господь, мы так благодарны Тебе за то, что в этот день Ты продолжаешь рождаться, Господь, в сердцах тех людей, которые открыты перед Тобой. Боже, благодарим Тебя за то, что Твое Рождество, оно изменяет жизнь людей. Благодарим за счастье, которое Ты посылаешь нам в Духе Святом. Боже, мы просим, призываем Твое имя на это место. Мы просим, Иисус, чтобы Ты пришел, Господь, в жизнь нашего брата Саши, чтобы Ты изменил его судьбу, изменил, Господь, будущность, Господь, чтобы те намерения, которые Ты имеешь для его семьи, для его жизни, чтобы они исполнились, Господь, на этой земле. Отец, мы просим, прости его во имя Иисуса. Прости, Господь, и омой, Господь, всякий грех крови Иисуса. Боже, прости ему все согрешения, все ошибки, все слова, Господь, все действия неправильные. Отец, мы просим. Я хочу попросить, чтобы все включили, весь свет включили в этом зале. Пожалуйста, включите весь свет.
Все участники, которые были на сцене, я прошу, чтобы вы потихоньку выходили на сцену. Пожалуйста, все группы, все участники. Пожалуйста, я хотел бы, чтобы певцы, они заняли место. Музыканты, займите место за вашими инструментами. У нас будет последняя песня, которую мы поем уже как гимн наших вечеров. Мы всегда в заключении заключаем именно этой песней. Мы хотим, чтобы звезда Рождества, она горела в Эшвилле, в Америке, в Израиле, во всех странах, потому что Бог наш великий Бог, и Его милость велика. Я хочу поблагодарить сегодня Татьяну за ее поддержку для меня. Я хочу поблагодарить всех тех, которые были на сцене. Хочу поблагодарить тех, которые были в зале. Я знаю, что это благословение сегодня для Эшвилла. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. Мы рождены, чтобы на самом деле изменяться. И на протяжении всего этого вечера, если вы заметили, шло обращение ко мне и каждому из вас. Делай что-нибудь для Бога. Делай что-нибудь для Бога. Время последнее. И я благодарю Бога за то, что наша церковь, она принимала участие. Я благодарю каждого члена церкви, которые принимали участие. Гостеприимство ваших домов, ваша пища, ваши постели, ваше участие. Просто я благодарю за то, что я горжусь, что я имею эту церковь. Я благодарю каждого из вас. Сегодня Татьяна, она будет петь сейчас здесь, на сцене. Я просто благословляю каждого из вас. После этой песни не расходитесь никуда. Еще будет молитва в заключении. И затем у нас друзья наши, они ожидают вас. Если вы хотите пообщаться, купить диск, я скажу, что милости просим просто туда. По окончании после молитвы выйти туда и там еще иметь общение буквально полчасика. Давайте встанем сейчас все. Услышат о Христе.
Мишки, между прочим. Мишпаха. С Рождеством, Маш. Мишпаха. Слава Господу. Хорошо нам здесь быть. Аминь. У нас в церкви есть служение. У нас есть палатки, и мы время от времени поднимаемся в горы вместе с братьями, нашими сыновьями. Мы ночуем, мы делаем костер там и... Давай. И мы делаем костер, мы проводим время с нашими сыновьями. We have a ministry with our children, and we take our sons up to the mountains to camp out. Поэтому то, что Петр говорил, like Peter said, на горе преображения нам близко. On the mountain of transfiguration, it's very near to us. Если кто-то из вас решит остаться, if any one of you wants to remain there, у нас есть хорошие палатки. We have wonderful tents. Хорошо здесь быть. It's so good to be here. Знаете, однажды Павел по дороге в Рим, you know, one time Apostle Paul on the way to Rome, написано, он пришел в один город. It's written he came to one city. И он нашел там братьев. And he found brothers there. Он нашел там братьев. He found brothers there. Если бы с Павлом были сестры, if Apostle Paul, они бы нашли сестер. They would find sisters as well. И когда он нашел братьев, when he found his brothers, написано, они упросили его. It's written they begged him. Павел, побудь 7 дней вместе с нами. Paul, remain with us for 7 days. И Павел согласился. And he agreed to it. И у них было прекрасное общение. And they had a wonderful fellowship. К чему я это говорю? Why am I saying all this? Некоторых участников. Some of the participants. Мы упросили. We have asked them. Побыть еще с нами. To stay with us. И если вы хотите быть в этой атмосфере Рождества, у нас есть адрес, где завтра будет проходить служение. 2 часа дня. At 2 o'clock daytime. Приходите. Please come. Мы будем поклоняться Господу. We're gonna be worshiping the Lord. Мы можем, будем славить Его. We're gonna glorify Him. И мы будем вместе исполняться Святым Духом. And we're gonna be, filled with the Holy Spirit together. Это так важно, особенно в это время. It is so important, especially in these times. Это так важно. It is so important. Знаете, это прекрасный праздник Рождества. You know, it's a wonderful celebration of Christmas. Я не знаю, как у вас, у нас есть в доме особенное место. I don't know about you, but in our house we have a special place. Куда мы готовим подарки? Where we're preparing gifts. На Рождество. For Christmas. Знаете, кто первый готовит подарки в моем доме? You know who prepares the first gifts in my house? Самый младший сын. My youngest son. Уже 2 недели лежат его подарки для каждого члена семьи. For 3 weeks already, he has a gift for every member of the family. И это так приятно. And it's so pleasant. Это так приятно чувствовать, ты кому-то нужен. It is so pleasant to feel that somebody loves you and needs you. Кто-то думает о тебе. Somebody is thinking of you. Кто-то заботится. Somebody is caring for you. Кто-то любит тебя. Somebody loves you. Скажу вам по секрету. I will tell you a little secret. Все мы ищем этого. Every one of us, we seek this. Мы ищем любви. We look for love. Мы ищем признание. We look to be. Мы ищем почитание. We look for honor. Мы хотим все быть приняты. And we all want to be received. Аминь. Amen. Писание говорит, the scriptures tell us, Бог во Христе God in Christ, примирил нас с собой he made peace, и подарил нам жизнь вечную. He gave us everlasting life. Поэтому есть единственный посредник and there is one mediator между небом и землей, between heaven and earth, наш Спаситель Иисус Христос, our Savior, Jesus Christ, которому сегодня мы отдаем всю честь и славу. To which we give all glory and honor. Я смотрел на эти цветы. I was looking at these flowers here. Они одного цвета. They are all one color. Если я не ошибаюсь, красного. If I'm not mistaken, it's red color. Но знаете, в чем красота вот таких вечеров? But you know what the beauty is of this kind of evenings? В разнообразии. It's in the variety. Мы все такие разные. We're all so different. Но мы любим Господа. But we love the Lord. Это как прекрасный букет, it's like a beautiful bouquet, который состоит из различных цветов. That is composed of different flowers. Из различных цветов. Different flowers. Поэтому благодарю каждого из вас, so I thank every one of you, кто пришел на это место, that has come to this place, чтобы вместе прославить Господа. To glorify the Lord together. Благодарю за танцы. I thank you for the dance, благодарю за песни. For the songs, за сильное слово. For the, powerful за сильное свидетельство. For the powerful testimony. Пусть Бог благословит вас. May the Lord bless you. Дорогие, сейчас начинаются праздники Рождества. Dear brothers and sisters, right now we're starting the celebration of Christmas. В наших церквях. In our churches. Позвольте allow этому празднику allow this celebration выйти за границы ваших церквей, to get out of the boundaries of your ваших churches, семей, out of your families. Принесите Рождество в этот мир. Bring Christmas into дарите this world. Любовь. Give love. Подарок и внимание.
Just give attention. Дарите самое лучшее. Give the best things. Пусть через это прославится наш Иисус Христос. May the Lord Jesus Christ be glorified. А Он достоин всей славы и хвалы. All glory and honor. Мы созданы для того, чтобы возвещать совершенство Его. To proclaim His perfection. Для того, чтобы прославлять нашего Господа. To praise Him. Аминь. Amen. Он достоин принять всю честь и славу. He deserves all glory and honor. И знаете, что еще? Когда Павла упросили пробыть 7 дней, and you know, when Apostle Paul was asked to remain for 7 more days, написано, он все-таки дошел в Рим. It is written that he actually made it to Rome. Рим — это как небо для нас. Rome, it is as heaven to конечная us. Цель путешествия апостола Павла. It is our final or в книге Apostle Деяния. Paul's final destination in the book of и когда Acts. Он пришел в Рим, and when he came to Rome, написано, навстречу вышли снова братья. It is written that brothers came to meet him. Я думаю, что это были уже другие братья. And I think these were different brothers. И написано, когда Павел увидел этих братьев, and it says, when Apostle Paul saw these brothers, он возблагодарил Бога, he thanked God, и ободрился. And he was encouraged. Встречи бывают разные. Our meetings are so often different. Некоторые встречи нас разочаровывают. Some of the meetings they disappoint us. Некоторые встречи нас разбивают. Some meetings they break us. О некоторых встречах мы хотим как можно быстрее забыть. But and some of the events or meetings we just want но to forget хочу, about. Но я хочу, чтобы в нашей жизни большинство встреч. But I want in our lives to be a lot of meetings. Были такими. Encounters to be в которых such мы ободрялись бы. That we can be encouraged. Когда видим друг друга. When we see one another. И этот вечер. And this evening. Это такая же встреча. It is also such encounter. Я ободряю кого-то. I encourage someone. Кто-то ободряет меня. Someone encourages me. Я благодарен братьям из группы Новый Иерусалим. From New Jerusalem. Которые говорили сильное свидетельство. That were sharing their powerful testimony. И они ободряли каждого из нас. Every one of us. Обдирал это Виктор Приказчиков. And Виктор Приказчиков. Это шутка. Пожертвования. Но они ободряли нас. They were encouraging us. И я согласен с этим, братья и сестры. And I agree with this. Не потеряй своего призвания. Don't lose your calling. Не потеряй свою мечту. Don't lose your dreams. Да состоится каждый из нас в этой жизни. May every one of us become what God wants us to become. Это седьмой вечер, который мы празднуем в нашем городе. This is our seventh annual celebration that we мы говорим о том, что наш город принадлежит Иисусу. And we proclaim that our city belongs to Jesus. Рождество не только в наших семьях. Christmas is not simply in our families. Рождество не только в нашей церкви. Christmas is not just in our churches. Рождество в нашем городе. Christmas is in our city. Мы не говорим с праздником. We don't say мы говорим happy holidays. С Рождеством Христа we say, Иисуса. Merry Christmas. Этот праздник продолжается. This celebration пусть Бог благословит каждого из вас. May the Lord bless every one of you. Пусть эта прекрасная атмосфера may this wonderful atmosphere сопровождает вас. It just follow you когда wherever вы будете you go. Возвращаться в свои дома и семьи. When you leave to your homes and your families. Благодарен Господу за этот день. I thank God for this слава Господу. Day. Это прекрасное время. Хорошо нам it's здесь wonderful быть. Time. It's good to be here. Хорошо нам проводить время вместе. It's good to be together. Почему? Why? Потому что одна личность, которая объединяет нас, because there's one person that делает близкими all of us, и родными, makes us close. Это Иисус Христос. This is Jesus Christ. И в каждом городе мы можем найти and in братьев, every city we can find, через которых мы будем получать ободрение. Through who we can be encouraged. Слава Иисусу! Glory to God. Поэтому, если у вас есть желание, so if you have a desire, мы приглашаем вас завтра we invite на служение you tomorrow to our, service. На 2 часа дня. 2 o'clock. И завтра вечером будет концерт группы Иерусалим. And tomorrow evening, the team, the band, New Jerusalem, they're going to have their concert. И сейчас я хотел бы помолиться, поблагодарить Господа за этот вечер. Давайте мы поднимемся. Хорошо. Друзья, у нас сейчас будет особенная молитва. We're gonna have a special prayer. В нашей церкви есть семья, in our church we have a family, которая проходит через трудности. And they're going through difficulties right now. И они просят о том, чтобы все вместе мы, служители, помолились за них. And they requested that all of us, all ministers, would pray for them. Я думаю, есть моменты в нашей жизни, I think there are moments in our lives, когда вера бывает особенно сильной. When faith becomes especially strong. Если не в жизни тех людей, которые нуждаются, if not in the lives that people of people that really need it, то в жизнях тех людей, которые рядом с ними, then the people that are near to them. Вера на получение чуда. Подойдите, пожалуйста, пастора, наперед. Кто есть в зале, пастора, служителя, подойдите наперед, мы совершим молитву за эту семью.
И я также хотел попросить, чтобы вся церковь, все вы во время молитвы протянули свои руки. Мы будем совершать молитву благословения, созидания для этой семьи, устройства. Разрушать всякое проклятие, разрушать всякое неустройство в жизни этих людей. Давайте мы закроем глаза. Отец наш Небесный, Господь, во имя Иисуса мы приходим к Тебе сейчас с этой нуждой, Боже. Мы приносим на руках молитвы эту семью, Боже. Ты знаешь, Господь, ту боль и те трудности, через которые им пришлось пройти. Боже, Ты видишь их состояние, видишь взаимоотношения. Господь, сегодня мы обращаемся к Тебе, мы во имя Иисуса. Мы просим, чтобы Ты прикоснулся Духом Святым, чтобы Ты, Господь, изменил ситуацию в этом доме. Чтобы, Господь, Ты мог воцариться, Господь, в каждом сердце. Отец, да будет разрушено всякое проклятие во имя Иисуса Христа. Да уйдет всякий грех из жизни. Господь, пусть придет Твоя праведность, пусть придет Твоя святость, пусть придет Твое устройство, пусть придет Твой мир. Отец, я прошу во имя Иисуса, благослови эту семью, благослови этот дом. Отец, мы просим, Господь, чтобы всякое ярмо, который связывает их людей, Господь, было разрушено во имя Иисуса. Мы просим, чтобы Твоя благодать покрыла их, Господь, с головы до подошвы ног, Господь, чтобы они были оправданы пред Тобою через кровь Иисуса Христа, Господь, который разрушает всякое ярмо, всякое проклятие, всякие атаки демонического мира во имя Иисуса, Господь. Мы высвобождаем, Господь, Твою милость для них, Господь, которая помогает открывать закрытые двери, разрушает всякие преграды, Господь, убирать всякие проблемы с их пути, Господь. Они, Господь, пред Тобой стоят, Господь, и молитвой служителей, Господь, да будут они благословены, Господь, предстоять пред именем Твоим, Господь, в Твоем присутствии, Господь. Молим Тебя, Иисус, молим Тебя, Господь. Пускай Твой елей, Господь, войдет на их жизни, Господь. Благодарим Тебя, Иисус, да будет Твое имя прославлено со всеми нами, и народ Божий скажет аминь. Сказать, брат и сестра, вы простили друг друга за все, что было. Чудесно. У Господа есть судьба для вас. Что? Вы простили вашего мужа. Сделайте решение жить в Божьей воле. Подчиниться Иисусу Христу. Себя подчините Иисусу Христу и друг другу. Написано, что повинуйтесь друг другу в страхе Господнем. С Твоим Христовым благословили друг друга и с улыбкой пошли туда, в коридор для общения. Я хотел бы напомнить, что кто желал бы на следующий год участвовать, просто готовьтесь в течение года. Я жду ваших звонков. С Богом! It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting marshmallows, for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.